Я даже про коррупцию никогда не обсуждал, оказывается, ни с кем. Это когда, допустим, человек делает какие-то тебе услуги, ты получаешь приоритет за какую-то сумму или за какой-то подарок. Рушат именно какие-то законы, которые созданы не только государством, но и бизнесом, где есть коррупция. Не такое честное уже отношение к самому бизнесу или какой-то самой сфере получается. Ну, я считаю, самое главное, как говорят в одной пословице, честно служи, ни о чем не тужи. Также, наверное, должны и чиновники, как говорится, служить народу. Пусть думают на их совести, как будет. Я считаю, конечно, это не самое хорошее дело. Профилактика – это социальные проекты, чтобы людей настраивать на то, чтобы они боролись с этим. Людям дать понять, что это плохая вещь, это никак не сделает ни одного человека, ни другого человека богатым не сделает. Если все не сплотимся и не пойдем против этого, я думаю, никакой выгоды мы от этого не получим. Наверное, если большинство против, наверное, можно противостоять. Сталкивалась ли я с коррупцией? Нет, слава богу, Бог миловал. Я никогда еще не сталкивалась. Мне не попадались такие люди на моем пути.